Когда у нас получаются перерывы, да, то хорошо, потому что мы успеваем немножко отвыкнуть. И, соответственно, нужно, когда перерывчики, да, то просматривать просто на свежий взгляд. Собственно говоря, никакого отличия в этом плане, конечно, лепки по фото от лепки с натуры нету в этом моменте. То есть мы как бы желательно нам перерывчики, да, желательно нам на свежий взгляд просматривать, как бы что мы, может быть, немножко не заметили. И, конечно, нам нужно себя подозревать как бы в ошибках в самых крупных пропорциях, может быть. То есть нужно ждать ошибку, ждать как бы можно подвоха в самом даже основных пропорциях, которые я там пытался, не пытался задавать, это ничего не означает. То есть все может оказаться с ошибочками. Вот. Поэтому получается, что нам надо со всех сторон как бы просматривать. Вот, со всех сторон просматривать. Не пытаться как бы спокойно лепить только с фаса, да. Вот. То есть нужно понимать, что может быть с любой стороны. Поэтому, ну, понятно, что отчасти как бы фас неким приоритетным для нас всегда будет направлением, но тем не менее вот нужно с разных сторон. Но это если есть, дай бог, если есть фотографии-то в профиль, потому что может просто не быть ничего. Вот. Но в данном случае удалось, они есть, да, и поэтому. Ну и получается как? То есть наша задача абстрагироваться от лица, потому что мы от того, что мы к лицу привязаны, у нас происходит какой момент, что мы начинаем неадекватно воспринимать. Ведь нам надо воспринимать целиком, как кусок. Мы начинаем воспринимать как лицо плюс некое дополнение. Да? И таким образом вот идея головы, да, головы, она не возникает. Возникает идея как бы лица. Вот. Просто лица. Вот. А нужно именно смотреть на голову. И в этом смысле лицо, оно, ну, как бы вторично даже, можно так сказать. Вот. Если мы хотим голову нормально взять, да. Вот получается некое противоречие. То есть, с одной стороны, для зрителя как бы важно портретное сходство, но дело в том, что ведь ты в лице сходства с трудом добьешься, если у тебя общее искажено, тогда это будет шарш какой-то, да? Шею мы должны с профиля сразу смотреть, куда она придет, как бы, да? Куда направлена.
Ну, борода, она и усы, в общем-то, тоже отчасти они все-таки в чем-то повторяют планы, существующие на голове в этих местах. Поэтому получается так, что они как бы являются перекличкой с теми планами, которые, да, на голове, на лице в этих местах есть. По возможности, когда вы, мы с вами что-то добавляем или убавляем, надо сразу же этому пластилину придавать конкретную форму, то есть конкретное расположение по планам. Усы тоже как бы надо планы задавать, да, то есть не просто там усы лепить, но... И тут есть такой момент, что нам иногда мы думаем первое время, что планы надо изобразить как-то на голове. Нет.
Наоборот, надо планами уже сразу действовать. То есть, когда ты лепишь, ты сразу планами же воспринимаешь и ими же действуешь. То есть, это не вопрос эстетический, чтобы выглядело покрытым планами, а вопрос то, что понимание планов тебе должно просто позволить, вернее, форму взять. Они для этого нужны. То есть, это планы нужны не преподавателю, а планы нужны, чтобы тебе было удобно работать. Этот момент надо понимать. Поэтому ты как бы сразу же планами и действуй. Планы — это просто какая форма в каждом месте. Это вот и есть планы. По возможности лучше сразу начали делать цельнее, потому что как волосы, так сразу хочется сделать, иногда какую-то дрызганность, вот лучше
как бы цельнее делать. Тут тоже планчики здесь, они как раз перекликаются тоже с планами на самом лице. Ну, тут и слой волос тоньше, да, по сути планы, которые и должны быть в этом месте. Так, ну вот какой-то такой примерно процесс, надо нам сейчас прерваться. С затылка тоже нам надо планы смотреть, но из общих соображений, поскольку фото с затылка у нас нету и, скорее всего, и не будет. Но какие-то некие усредненные надо все равно давать. Ну что ж, спасибо вам за внимание, дамы и господа. Хороших вам лепок. Да, до новых встреч.